Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Джим, и в данном видео поговорим о том, как Муладхара чакра поможет вам сгармонизировать ваши отношения. Муладхара чакра отвечает за базовые потребности, за закрытие базовых потребностей, такие как еда, одежда, дом, то есть где человек живет, то, что кушает, то, что он носит, то есть все необходимое для выживания, то есть за это отвечает Муладхара чакра. И как же Муладхара чакра влияет на гармонизацию отношений? Очень просто, дорогие друзья. Муладхара чакра связывает человека с Землей, а Земля, как известно, это очень мощный источник энергии. И от работы этой чакры напрямую зависит, сколько у человека энергии. И если у человека Муладхара чакра находится в дисгармоничном состоянии, такой человек недополучает очень много энергии. Как вы думаете, на отношениях это может как-то отразиться, когда у одного из спутников мало энергии? Конечно же. Это может отразиться на отношениях в каком плане? Ну, например, один человек имеет нормальный уровень энергии, а у другого постоянно мало энергии. Что он будет делать? Он будет энерговампирить. То есть будет провоцировать своего спутника на какие-то скандалы, на какие-то там разговоры, да, которые неприятные одному из них. И, соответственно, это будет провоцировать на выплеск эмоций. Как вы думаете, если у одного человека постоянно вампирят энергию, ему это понравится? Я думаю, ответ очевиден. Такой человек будет делать все возможное для того, чтобы меньше находиться с этим человеком. Будет там с друзьями гулять, да, будет там на стороне искать, к примеру, того человека, который поможет ему быть счастливым. Да, потому что все люди хотят счастья. Кто с этим согласен, поставьте лайк. И вот если человек, например, начинает энерговампирить у другого человека, то такому человеку это не нравится, и он будет, ну, либо скандалить с этим человеком, да, либо будет делать все возможное, чтобы меньше с ним находиться. То есть вот идет разлад в отношениях уже только по этому пункту, да, то есть у человека мало энергии. То есть этого уже хватает для того, чтобы пошел, ну, как бы дисбаланс в отношениях. Когда мало энергии у одного из спутников. Когда у человека мало энергии, он не только энерговампирит у других людей, он также может налегать на какие-то вот вкусняшки, много начинает кушать. Когда человек очень много кушает, приводит ли это к набору веса? Ну, у всех людей разная конструкция тела, но так или иначе, если человек много кушает, он вес набирает. Поэтому, когда у человека мало энергии, если он с помощью еды начинает восполнять эту энергию, то, как правило, это приводит к набору веса. Плюс это негативные эмоции, когда человек винит сам себя за то, что вот он опять слабинку дал, да, и снова наелся. Когда у человека негативные эмоции, то есть это вызывает стресс, депрессию. И как вы думаете, это отражается на внутреннем состоянии человека? Конечно. Внешнее является проявлением внутреннего. Поэтому, когда у человека внутреннее состояние вот это негативное, это также и на отношениях, то есть на внешнем складывается, сказывается. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, чтобы Муладхара чакра находилась в гармоничном состоянии. Когда у человека мало энергии, он может налегать на какие-то стимуляторы. Это взять взаймы организма, а давать потом приходится с процентами. Также человек может употреблять алкоголь. Когда человек употребляет алкоголь, это дает возможность получить много энергии за короткий промежуток времени, но потом отдавать это приходится с процентами. Но это не все. Когда человек употребляет алкоголь, это вносит разлад в отношениях. Вы сами понимаете, к чему это приводит. К разводам приводит, к разногласиям, к ссорам, к различным. Вот это очень сильно влияет на отношения, когда у людей мало энергии. Поэтому, дорогие друзья, Муладхара чакра, она отвечает за закрытие базовых потребностей и за тот уровень энергии, который у вас есть, отвечает именно Муладхара чакра. Поэтому Муладхара чакра должна быть в гармоничном состоянии. Именно поэтому мы проводим курсы по раскрытию чакр, потому что каждая чакра, дорогие друзья, она влияет и на отношения, и на деньги, и на здоровье, потому что все наши чакры, они связаны с различными органами тела, они связаны с различными ситуациями, в которых участвует человек. Они дают человеку различные силы, потому что каждая чакра дает какие-то силы человеку. И Муладхара чакра заряжает человека очень мощной энергией Земли. А Земля, как известно, это очень мощный источник энергии, и от того, как работает эта чакра, зависит, сколько энергии человек получает. Если вы хотите приобрести курсы со скидкой по чакрам, вы это можете сделать прямо под видео, есть ссылочки на наши курсы по раскрытию чакр. Эти курсы прошли огромное количество человек, и вы можете почитать отзывы на страницах курсов тех людей, которые уже прошли эти курсы, как изменилась их жизнь, вы также можете узнать из этих отзывов. Дорогие друзья,
Я вам выражаю большую благодарность за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, данная информация была вам полезна. Желаю вам всего хорошего. Желаю вам, чтобы все ваши 7 чакр были в гармоничном состоянии. Меня зовут Евгений Джим. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Всем счастливо!